там тролейбус, тролейбус и кто будет. Казанская 19. Ты если хочешь, ты Казан. Да. Давай, приезжайте. Здесь потом Киев уже. Давай. Да не, нормально. Привет, Юра, привет. Привет. Удачи тебе. Все тащу. Ну это очень далеко и сильно. А как? Ну вот я смотрю, он слева не очень сильно движется. Ну да, я согласен. Ну вот смотрю, такое ощущение, вот, вот вчера тут играли, знаешь, такое ощущение, вот он бьет так низко, мне кажется. Ну вот, например, вчера были такие удары. Да и не только Шокин, этот, да, понимаешь, такое ощущение, что летит мяч в сетку, понимаешь? И вот когда у тебя такое ощущение появляется, ну, ты маленько даешь свою длину. Поэтому мы из Донецка нормально играли.
когда мы играли против Шелковского, Смольковых, да? Да. Ну, нам ветер вообще помог. Мы быстро сориентировались по ветру. Мы, нет, условия. Но мы быстро сориентировались по ветру, понимаешь? Мы быстро сориентировались по ветру. Что на подрезках, что на смешке, понимаешь, на свете. Ну и Володя, конечно, он большой был слабой. Нет, неплохой. Мальков-то очень хороший. Ну да. Если мощный, агрессив, то что у Малькова чтобы нейтрализовать, это дорого стоит. Ты же тоже мог играть 63. Ну, ты играл, я играл 60. Один из. А пару-то ты записал. А нету 60. Ну так. А, нету 60? Через 10 лет. 55? 65, да? Ага. Так а ему-то больше 60. Он за одиночку 55. Ага, вот так даже. Не играл где-то, не снял. Отсюда облака идут оттуда. Ну я смотрю, подача на воздух. Ну, идея у него подача сильная. Кстати, на одиночку там была идеальная погода. Это было ни холодно, ни жарко, тепло. Солнца не было и ветра вообще не было. Это моя любимая. Не, ну так это оптимальные условия, да. Если это оптимальные некоторые условия. Некоторые люди как раз подавай, это, у меня суставы вот, обычные. Я вот в идеальных условиях играть, я сразу не понимаю. Да, Жень, ты не забывай, что у тебя самому вот нравилось, вот когда вот эти штеки, как я вот играл. А там выигрывай. Саня играл с кем и кем? А? Саня в одиночку Саня играл? Саня проиграл. Одиночку? Да. А вот сколько играл? 65. 65 плюс, да? А не где еще был? Москвич это такой, который с Валей играл. 65. Наши играли? Да. Они еще играют, да? Они вчера выиграли. Они выиграли первое место. Там три пары было. Они выиграли. Но они выиграли вчера. Ну 65. 10-8 на, да? Тайтрейсе. Ну 65, да, плюс? 65, да. Они выиграли в архитектуре и лучины. Первый сет проиграли 6-3, второй выиграли, и 10-8 на тайтрейсе. Да, слушай, сильный пар. Интересно поиграть. У нас был вчера шанс, и мы его не использовали. Там 10 тысяч. Сколько себе дали? Ну, еще не дали там. Про эти тысячи. То есть награждение.
5% отбора. По 20 человек у нас было, 10 человек, по 2000. О, на 92 тысячи, да? Вот так. Что-то 5 проиграли.
решающий, решающий. Решающий. Ну, шашлыки не успеем, если без решающего. Давайте, решающего. Парень, по положению. Да, да, да. Ну, некоторые же это, когда никто не видит, начинают. Валера, что ли? Валерий Михайлович Ходин. Это самое, слышишь? Вот смотри. Он брал, а возможности нет. Думаешь, он был где-то подкручен? Да? Нет, просто справа ему должен был. Ну, во-первых, этот уже как бы времени больше было. Ну, он уже сзади, а Юра сыграл бы нормально. Да, ты знаешь, такая... Да, там полезно нам будет, полезно. Хоть не поиграешь, но потушуешься. Серега лишь ногами назад срабатывает. Да. Он как бы не пройдет. Нет. Но он очень... Худенький тогда. Да, он очень далеко иногда уходит в поле, освобождая коридор. Любая из этих пар тех ребят будет. Да, да. Я бы посмотрел бы. Опа. Да, отлично. Да, свечки тут все. А, ну что, так, надо посмотреть, есть там передний дождь или нет. Город большой. Галатова тоже подруга написала. Где? Галатова. А-а-а. Сильный вид. Ну вот там. Ну он похоже. Вон похож, там. Я представляю, где Галатова. Ну слушай, сюда бы не притащил. Да нет, вроде, слушай, в Санкт-Петербург не ожидается. Вот. Нет. А я-то видишь, думал, знаете, быстренько отыграют, да. Думаю, быстренько отыграют, и поеду, съезжу, блядь. Поковыркаемся. Куда-то.
круто. Саня, Сань, какой счет большой? А, 1-1, да? Один, да? Да. Сам Юра, когда мы играли в Дудвига на генеральском турнире, и также Юра перехватил решающий робот. Ну, не так решающий робот, на сайт тайбрейк, понимаешь? А он играл в Козлова. Да. Да. Ну, не знаю, да. Ну, он не бегает так, но он все вроде бегает. И вот, понимаешь, что он делает? Последний год, в этом? Вот сейчас, вот, на мае, мы играем. Да, ну генеральский турнир. Я серьезно
пошли играть? Они пошли играть? А, она уже что-то играет? Больше прожрешь. Ну,
за 55 уже можно. Нет, за 60. Есть положение. Да? Садится, причем, но не так. Нет.
как они лагерь. Да.